Ютуб? Привет, Ютуб. Привет, Ютуб. Привет, Ютуб. Улыбаемся, Маша. Армия Букса, пока. А где армия Букса? Всем привет, это встреча подписчиков в городе Даугавпилс. Сегодня 14 июля 2018 год. Возможно, вы это видео будете пересматривать, но это, возможно, те люди, которые пришли на эту встречу подписчиков. Я думаю, что никто не придет на эту встречу, и всем, ну, все равно, короче, это встреча подписчиков. Ну, вообще по травой, потому что все по-другому работает. Ну, я понял. Меня подписчики просят, чтобы я снял видео про траву. Да. Вот. Но я подумал по поводу этой темы. Лучше в реальности подумай хорошо. Вот. Но я как-то думал про это снять. Может, в стиле трэша, может, ну так, с юмором подойти. Вот. Они вот попросили, чтобы я рэп на китайском зачитал и попробовал. Хунь-хань, пинь-дунь, пинь-хань. Вот эта тема в натуре, Дима. Мне просто интересна реакция, ну, как это вживую вообще, смешно, не смешно. Ну вот мы так все время. Но я думаю, мои подписчики поймут. Да, так это круто. Вот. Это как мини-прикол. Ну просто ты меня будешь поправлять. Да, типа, да. А, я понял, хорошо. Почему я хочу, типа, заниматься рэпом? Да. Ну, первая причина, хочу стать популярным. Ты понял? Да, да, я понимаю, конечно, популярный. Вот если я стану популярным, тогда я вернусь в ВКонтакт и на Фейсбук. То есть на полном серьезе. Уже есть шок-контент, понимаете? А интервью же не будет? Не, если меня будет пиарить рэп Ньюс, там, злой школьник, тогда ну, продолжу заниматься. Конечно. А какой вы батл в Даугавпилсе ждете? Ну, чтобы он произошел. Я хочу Дима. Ну, вы можете не отвечать. Хватит диски зерного тролля. Я хочу Дима против Витя Натуры. Я даже не знаю. Давайте смотрим. Ну, короче, вот эти реальные люди, ну, подписчики мои, хотят, чтобы я забатлил с Витей. Ну, вы поняли, про какой. Можно на улице организовать батл, конечно. Может, его здесь вот. Вы можете написать это в комментариях. Кому ты хочешь привет? Ну, хочу передать своему другу Дмитрию Саву. Привет. Да. Здорово, пацан. Все. А вы кому? Витя, привет. Сколько всего придется Диана. Привет передавай. Не знаю. А ты, Диана, кому хочешь передать? Арвиду. Да, хочу привет, да. Вика, кому хочешь передать привет? Маме, бабушке и все. И все, да? А вы? Да. Я передаю привет Евгению Харитонову, Александру Танане, чтобы они горели в аду. Вот это привет. Ну, я вот в этом видеоролике хочу передать привет Арвиду Капусте, потому что он своим пабликом объединил ну, большую часть долгопилской молодежи. Вот. С 2015 года, или? А? С 2015 года меня смотрят. Ну, с самого начала. Давно как признавашка к тебе? Ну да, это вы выставили. Как признавашка к тебе? Окей. Короче, мне предлагают, типа, снять пранк, но я пока думаю. Ну, чтобы просто тема. Короче, тут недавно был пранк сигареты. Но этот прикол поймет только один человек. Пройдет много времени, но... Ну просто мне захотелось записать такой момент. Снять видео про качалку. Да. Да. Снять видео про качалку. Да. Конечно. Окей, тогда я завтра сниму видео про качалку. Да. Что, встреча подписчиков продолжается. Я вышел на улицу. Мои подписчики сказали, что надо выйти погулять. Вот теперь гуляем. Дебила, блядь. А что если он человек косяк? У меня такие бывают моменты, что в данный момент нечего сказать. Я так немного пообщался с подписчиками, говорю, что не привык в таких тусах, в общем. Но я говорю, через некоторые вещи надо, в общем, пройти, чтобы понять. Ну что ж, встреча подписчиков подошла к концу. Значит, сейчас 6 часов 36 минут. Ну что ж, ну если честно сказать, для меня это обычная встреча, ну, подписчиков. Я особо, ну, особо ничего не ожидал, потому что я хотел какой-то особенный случай. Ну, просто ради одного человека я делал эту встречу. В общем, встречу подписчиков. Но я думаю, мои
вы, то есть мои подписчики, те, кто пришел, думаю, что очень рады. Блин, я сейчас мысли потерял. Просто, немного так для меня это неожиданно, потому что первый раз такую делаю встречу подписчиков. Ладно, короче, я на этом закончу. Вы знаете, будете смотреть это видео. Все, всем пока, короче.